Да, мы продолжаем. Мы ни в чем не изменились в наших оппозиционных взглядах. Напротив, мы еще больше в них убедились, проведя 2 года в тюрьме. И то, чем мы занимаемся сейчас, это проект по развитию прав человека в России и, в частности, прав заключенных. Мы создаем организацию под названием «Зона права». Мы знаем, что такое тюрьма, где ее слабые места, и мы хотим поднять эту тюрьму, которую мы имеем в России, до приличного уровня, до европейского уровня, поэтому мы много контактируем с европейскими правозащитниками и смотрим опыт европейских тюрем. We didn't change in our views during our prison sentence. We only grew stronger. And right now we have a human rights project running in Russia where we aim to change the situation in Russian prisons, to establish cooperation with the European penitentiary systems, and overall target the very bad situation in that field in Russia.